Друзья, всем привет. По поводу конституционных прав и защиты по статусу ампара. Ампара не работает для всех, и он работает только индивидуально. Что касается въезда в Мексику, если кто-то вам говорит и предлагает вам заплатить какие-то деньги со скидкой и так далее за то, что вы сможете въехать, используя данный статус, это на самом деле один из способов сбора денег с населения. Где-то там на стороне, в каких-то группах вы можете платить за это, испытывать все эти трудности оплаты ни за что на себе, но не с нами. Для нас, для наших дорогих подписчиков, будьте бдительны. Сейчас Мексика стала лакомым кусочком для тех, кто собирает деньги, занимается мошенничеством, ищут всякие разные возможные способы для того, чтобы вы им платили. А результат – это уже вопрос второй там, или третий, или, может быть, вообще даже не произойдет с вами. То есть вообще то, что связано с ампарой, ампара используется только для тех, кто имеет на руках акт. Если вас вернули из Мексики, как правило, никаких актов вам на руки не дают. Мексиканские пограничники в аэропортах, они не дураки, они прекрасно понимают, что если будет акт, то его можно будет и оспорить и так далее. Опять же, это все очень сложно, если вы будете находиться не внутри страны, не в Мексике. Вот, я пообщался с представителями МВД, у меня есть близкие товарищи, с которыми я взаимодействовал в Мехико-Сити по открытию своего офиса, они имеют отношение к МВД этой страны, еще раз подтверждал и уточнял по поводу этого вопроса. Также пообщался с двумя адвокатами, они мне дали судебную практику по делам об ампара за 2018-2017 год. Я нигде не встретил случаев, когда иностранные граждане могли въехать по этому статусу и прикрыться на границе, особенно если они едут в первый раз. Не слушайте никого, будьте бдительны и аккуратны, берегите себя, свои деньги, своих близких. Удачи, всем пока!